хотите покупать хлеб, вы у себя можете приготовить вкусный французский режем хлеб. Наш хлебушек. Смотрите, как хорошо хрустит. Сегодня с вами приготовим вкусный хлеб, французский вкусный хлеб, pain de campagne, как говорят, хлеб, сельской хлеб, можно перевести, вкусно, просто, легко. У вас точно получится вкусный хлеб без замеса теста. Все могут его делать, даже мужчины. Попробуйте удивить ваших женщин. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять вкусные рецепты, если вы еще не... И начинаем готовить эту вкусную. Нам нужно 480 грамм муки, простой муки, и 40 грамм цельнозерновой. Если нету цельнозерновой, берите просто... Если у вас нету такой цельнозерновой, берите просто белую муку, 520 грамм. 340 грамм теплой воды. Как узнать, если пальчиком трогать, она горячая? Не кипяченая, но горячая все-таки. Если термометра нету, она должна быть... Ну, в микроволновке минуту хорошо подогреть. Минуту, минуту 10. И соли нужно 9 грамм. 9 грамм дрожжей. Сухих дрожжей. Столовую ложку сахара. Углубление. Ложим наши дрожжи, сахар и теплую воду. Немножко сахара. И добавляем нашу воду. Пусть так постоит минуток 5, чтобы дрожжи начали расти. И потом добавим соли. Просеяла муку. До того, как я ее положу, начинаю работать. Видите, начинаются дальше бульбашки. Значит, наши дрожжи хорошие. Продолжаем работать. Мы уверены, что эти дрожжи хорошие. Я всегда уверена. Ну, просто хочу вам показать, что дрожжи хорошие. Можно продолжать. Можно просто положить дрожжи с водой и немножко муки. И посмотреть, хорошие или нет. 9 грамм соли добавляем. Это чуть меньше, чем 2 чайные ложки. И все перемешиваем. Вот так тесто у меня поднялось. Нам нужна такая кастрюлька, которая идет в духовку. Мы ее подогреем. Тесто посыпали мукой и вылаживаем все тесто на стол. Теперь расправляем немножко в муку руки. Сверху тоже посыпали немножко мукой и расправляем тесто. Делаем как небольшой конвертик. Один раз, второй раз заправляем, складываем. И опять расправляем так само, чтобы мука везде была. Так само расправляем немножко и складываем опять конвертик. И расправляем так само тесто опять. Сворачиваем тоже. Делаем так 5 раз. Расправляем, складываем, расправляем. Тесто уже не клеится к рукам. И складываем 5 раз. Расправляем и складываем. Опять сделали конвертик. И теперь делаем такой кружочек. Делаем вот так. Сделали такой колобок. Здесь тесто хорошо собрали. Мукой посыпали и оставляем так минуток 30-40, можно даже час оставить. Накрываем полотенечком или вот такой клееночкой и пусть отдохнет немножко. Тесто еще раз поднялось 2 раза. Ставим нашу кастрюльку в духовку 230 градусов, разогретую. Греем 15 минут. Тесто поднимается, неважно сколько времени, если холодно, поднимается медленнее, если тепло, поднимается быстрее. Так что нужно, чтобы 2 раза поднялось. Ложим бумагу и ложим наше тесто. Очень горячее, осторожно, все горячее. Тесто бросаем. Горячее, осторожно. Берем ножик такой и разрезаем. В духовку. Порезали. Ставим в духовку 230 градусов 30 минут.
Все горячее, осторожно. Горячо, осторожно. Вот такой хлеб у нас получается. Но сейчас его отправляем еще в духовку 15 минут. Без крышки. Понижаем в духовку 200 градусов. Готов. Сейчас его положим на решетку, чтобы он остыл. Режем наш хлебушек. Смотрите, какой он мягкий, свежий. Он еще горячий даже. Смотрите, как хорошо хрустит. Сейчас вы тоже можете приготовить такой вкусный хлебушек. Он горячий, но так хочется попробовать. А вы подписались или еще нет? Подпишитесь, чтобы не потерять этот вкусный рецепт. Мой рецепт готов. Вкусный хлеб. У вас он точно получится. Приготовьте его. Не ждите долго, если хотите вкусный хлеб, чтобы был у вас на столе. До скорой встречи на моем канале. До свидания.